В Гродно утвердили план ремонта дорог на июль. В ближайший месяц асфальтобетонное покрытие заменят на улицах Пролетарской, Калиновского и части дорожного полотна на улице Титова. Об этом рассказали в Ремстройавтодоре. На указанных участках полным ходом идут работы. Специалисты фрезой снимают старое покрытие. Масштабный ремонт в эти дни продолжается и на переулке Доватора. До конца месяца там планируют заменить водопроводные сети и канализации, вывести люки всех колодцев в проектную отметку, после чего рабочие приступят к замене дорожного покрытия. С начала года в Гродно отремонтировано асфальтобетонное покрытие на 20 улицах. Дорожную сеть города также будут корректировать в рамках организации безопасного движения. Принимая во внимание то, что безопасность детей – тема особой важности в преддверии начала учебного года, учитывая положительный опыт по средней школе номер 11 по улице Белуша, нами планируется оборудовать специальную площадку для посадки и высадки учащихся на участке проезжей части около гимназии номер 9 по улице Пестрака с созданием островка безопасности, зонами въезда-выезда, а также уложить там новое асфальтное покрытие. В городе Гродно будет выполнено заужение проезжей части в районе пешеходных переходов по улице Курчатова и Калиновского. Сейчас в Гродно готовятся к осенне-зимнему сезону. Специалисты заменяют тепловые инженерные сети. После завершения всех необходимых земляных работ поврежденное асфальтобетонное покрытие будет полностью восстановлено. Ямочный ремонт в городе продолжается в штатном режиме.